Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я мужчина, 45 лет, никак не везет со знакомствами. В течение недели мне написали 3 женщины и мимо. Первая, я не знаю, о чем говорить, спроси меня о чем-нибудь сам, а о чем можно переписываться с незнакомым человеком. Вторая, договорились о встрече, попросила сама номер телефона, больше не выходит на связь. Третье. Обменялись номерами, несколько раз созванивались, назначили встречу, но она не смогла прийти, так как весь день занималась матерью по больницам и сильно устала. Договорились на другой день, а на другой день она просто сбрасывает звонок. На письмо сказала, что пришли дочка с внуками, она не смогла ответить, но ведь и в последующие дни она не звонит и не пишет. В чем может быть дело? Может, я что-то делаю не так? Или люди сейчас такие? Ну, я думаю, что здесь ключевой момент в том, что вы не опираетесь на привязанность какую-то, да, на что-то общее. То есть, по вашему описанию, получается, что вы довольно поверхностные отношения строите с людьми, в смысле того, что когда, например, человек пишет, например, не знаю, о чем говорить, спроси меня о чем-нибудь сам, да, то есть это общение по поводу общения получается. И общение по поводу общения, это, в общем-то, история про то, что людей очень мало что связывает, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что дело здесь не столько в том, что что-то вы делаете не так, что-то вы делаете или не делаете не так. А дело здесь, на мой взгляд, заключается больше в том, что вы изначально свое взаимодействие выстраиваете на таких как бы основаниях, да, что вас с людьми практически ничего не связывает. Вот. То есть для начала было бы неплохо вам самому определиться с тем, для чего я, условно говоря, пытаюсь с кем-то знакомиться, да, то есть для чего, что я хочу. Вот. Если речь идет про интернет, да, то есть, ну, если речь идет про интернет знакомство, допустим, вот, то это история про какой-то вот взаимный такой интерес. Вот. Если взаимного интереса нет, да, и если люди тут же сразу вот с первых секунд не совпали там по комфорту, по темпераменту, по даже на самом деле настроению, понимаете, да, то есть, как бы, если люди не совпадают по настроению, даже, то это уже может быть проблемой, понимаете, потому что в интернете нет нет привязки к человеку. В интернете нет такого, что что держимся за человека. Вот. В интернете такого нет. И, соответственно, очень много факторов, которые могут сыграть именно вот в сторону того, что что-то пойдет
Не так. Здесь вариант или не торопиться, значит, выводить человека навстречу, вот, то есть, ну, общаться просто непринужденно, по переписке, например, вот, чтобы у вас, чтобы у нее появилась какая-то, ну, какой-то отдельный ваш образ, скажем так, вот, это первое. Либо знакомиться в реальной жизни, а не в интернете, да, и чтобы сразу был, так сказать, более такой полный контакт, потому что в интернете все-таки такого контакта нет. Вот. И вот эти факторы, они вам мешают. Но я бы сказал, что очень важным моментом является именно общее между вами. То есть вы же сами совершенно правильно замечаете, что о чем, как бы спрашиваю, да, о чем говорить с незнакомым человеком. Так вот, в этом и момент, что знакомиться желательно сразу по интересам. Чтобы именно интересы, чтобы именно какое-то желание, потребность что-то обсудить были у вас. Вот. Если этого нет, то естественно, что общение, ну, не будет даваться и протекать легко. Ну, что-то общее, нужно какое-то основание. Вот. Нужен, что называется, фундамент, вот. Основа. А если основы нет, то как раз вот у вас будут проблемы. Вот. Поэтому, да, можно посмотреть, что вы делаете, можно исследовать, каким вы приходите вот, в общение, да, то есть каким вы его начинаете. Можно этот момент поисследовать. Вот, и тогда, я думаю, уже будет, более понятно, в какую сторону вам можно заниматься коррекцией, вот, я бы так сказал, с точки зрения психологии. Вот. Еще я бы сказал очень, на мой взгляд, важный момент, который заключается в том, этот момент заключается в том, что люди в интернете знакомиться не случайно. То есть человек не случайно идет знакомиться, ну, в интернет. А если человек идет знакомиться в интернет, то, скорее всего, он умеет, ну, вот, знаете, не очень удачный опыт общения в реальной жизни. И важно, как человек с этим опытом обращается. Вот. Вы говорите о том, что вам 45 лет. Были ли у вас отношения раньше? Как они заканчивались? Какой вывод вы вынесли из этого? Вы говорите, что женщины пишут вам первые.
Пишете ли первый вы? Если не пишете, то какие у этого основания, что вы первый не пишете? Нет, поймите, дело не в том, что вы должны писать первый. Речь не об этом. Вы, если не хотите, да, то писать не надо. Я больше говорю именно об том, что как так получается, что первым пишет вам. Вот. И какого общения вы хотите? То есть, ну вот, когда человек говорит, что я не знаю, о чем говорить, прости меня о чем-то сам, это все-таки свидетельствует о, ну, об определенном философском, мировоззренческом взгляде человека на жизнь. Вот. Устраивают ли вас, например, допустим, ну, такие ценности человека? Или вам хотелось бы видеть другого? Вообще, кого бы вы хотели видеть рядом с собой? Вот. То есть, опять же, здесь просто для чего вы знакомитесь. Для времяпровождения прекрасно, но для интима это другое. Вот. Там, для семьи, там, ну, если вы хотите создать отношения, там, ну, построить отношения, например, и так далее. Но вот тут есть свои нюансы, вот, на которые нужно обратить внимание. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.